Раз, два. Хочу сделать распаковку. Пришли ко мне три пакетика. И еще покажу термометр. Я его получил где-то 3 дня назад, но сделал видео, но не получилось. Что-то там... Сделалось видео, что какой-то там кодек не поддерживает. Короче, не получилось. Я его так покажу. Здесь вот такая штучка. Digital Clipper. Короче, Digital. Он нужен мне для любых работ проверочных. Там где запилы, вот такой пластмассовый, батарейка. Вот так открывается. Тут вижу, уже батарейка есть. Еще одна придачу поставили. Это хорошо. Это плюс. Короче, это не с Алиэкспресса, не с eBay, а с какого-то сайта NewFrog. NewFrog или что-то такое. Zero. Ну и вот такое. Zero миллиметров. Сейчас вот это посмотрим. Сколько... жало весит. Пришел с работы, есть хочется, руки трясутся. Все работает и хорошо. Оф. Здесь давно, где-то 3 месяца назад нашел я по дороге разбитый телефончик ZTE Kiss 2. У него не было батарейки и был как его экранчик поломан. И закупил я от продавца и экран, и тачскрин. Вот здесь они должны быть вдвоем. Вот это здесь что есть? Скотч для него и экранчик. Ну, как вижу, он уже поломанный, да? Бляха-муха. Сейчас сделаю фотку. Непонятно, поломанный или не поломанный, но как мне кажется, поломанный. Ой, блин. Посмотрим, может, пленка такая. Да, пленка такая. Угу. Слава богу, а то уж думал. Очередной писец от китайцев. Ага, здесь еще должно быть утилиты для ремонта. Вот такие. Пару штук. Отвертка. Еще одна отвертка. Вот такая штучка. Еще одна отвертка. 3 отвертки. Медиатор. Это хренотень тоже. Для ключей. Еще один такой медиатор. Большой. И все. А еще и липучка.
Липучка-сердючка. А, вот она. Это для липучки. Понятно. И батарейка тоже для этого ЗТЕ. Ну, не знаю, подойдет или не подойдет. Вроде заказал, но потом после заказа посмотрел, вроде для ЗТЕ КИС-2 подходит батарея на 1400 миллиампер, который заказал там только 1200. Но, может быть, подойдет, не знаю. Вот. Хорошо упакованный двойной пакет. Пока распакую. Еще один пакет. Ну, молодец, Китаёзя. Вообще плюс. Три плюса. Три пакета, три плюса. Еще один пакет. Охренеть. 4 плюс. Ну где тут батарейка моя, а? Вот и батарейка. Что тут написано? Вот, пятый пакет. Пятый пакет. Представьте, пожалуйста. 5 звезд. Так. Что здесь написано? Да. 1200. Ну, может быть, подойдет. Сейчас посмотрю. Вот он, ЗТЕ сломанный. Как проверить, не знаю, но поставлю где-то так батарейку. Ну, должно подходить вроде. Должно подойти, если вот так. Вот не знаю, как идет там платка, но платка вроде так. Нет, вот так. Платка вот так. А, это хренотень вот так. Да, подойдет. Думаю, подойдет. Не болтается. Отремонтируем, посмотрим. И хотел еще показать, как сказал термометр. Я поставил его в большом пакете. Вот он, этот, как его пакет большой. Здесь инструкция на английском. Его здесь был термометр. Вот он включается. Здесь батарейки 2, не, 3, а две штучки. Поставил любые. Ну вот, контролируешь где-то 3-5 сантиметров вот от руки. Еще раз, 36. А на лбу сейчас поставлю и показывает 36 и 6. Вот, видите, нормальный такой термометрчик. Быстро, в долю секунды показывает. Вот, все, я рад. Всем пока, всем хорошего настроения.